Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Скандальный журналист Атар Кушанашвили не смог пройти мимо нашумевшей эмиграции звезд шоу-бизнеса. Правда, в этот раз досталось режиссеру Никите Михалкову, который по-прежнему остается в России. Кушанашвили вывел из себя очередной выпуск программы «Бесогон ТВ», где Михалков предпринял довольно дерзкий ход. Под композицию Андрея Куряева «Не живи, не в любимой стране» на экране перед зрителями проплывали фотографии звезд, которые уехали из России. Среди них были Алла Пугачева, Иван Ургант и, конечно же, Максим Галкин. У себя в телеграм-канале «Каково» Кушанашвили опубликовал ответ прославленному режиссеру. Выбирать выражение журналист не стал, и послание получилось очень резким и открытым. По мнению телеведущего, Михалков вообще не имеет никакого права осуждать тех, кто выбрал эмиграцию. Цитата. «И тот, и другой вольны делать, что хотят. Один – турне, другой – покупать и продавать недвижимость. Это никого не касается, окромя их. И у меня есть подозрение, что Галкину тоже насрать на Михалкова. Просто он человек воспитанный и декламировать это на весь мир не будет», – пояснил эпатажный журналист. Немало вопросов у него также возникло и к самому автору «Бесогона». Кушанашвили не понимает, как создатель когда-то интересных картин может теперь, цитата, «изготавливать такой рабски угодливый стукаческий кошмар». К тому же, по мнению Атара, не брезгует Михалков и крупными заработками. Цитата. «Но тут возникает вопрос, если на одной чаше весов родина, а на другой деньги, что выберет Михалков? А мне кажется, он уже выбрал, это просто родина за огромные деньги», – заявил журналист. А вы с ним согласны? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!